Привет, как дела у прекрасной половины человечества? Как в зоне, не более того. Пока ты проводишь время в поисках, я провела время в сочинениях. Хочешь, прочитаю? Спрашиваешь? Конечно. Слушай, классно у тебя вышло. ПТС прям. Да что там? Всего лишь провождение времени, чтобы скучно не было. Скоро на большую землю собираюсь. Пока не уехала, можешь расскажешь про выигранный тайник? Ты про тот, который я у обители зла выиграла? Конечно, я тебе его отдам. Его мне не найти самой. А в такие дебри навряд ли кто еще кроме тебя полезет. В общем, когда ты принес мне информацию по моему мужу и КПК от него, в нем, помимо прочей информации, пропер 70-й обитель зла вытащили запись по какому-то тайнику эколога по имени Валеевич. Он вроде тоже из ученых и возглавлял научный проект по созданию новых абсолютов и модификации артефактов. Также там была информация, что ему удалось создать более дюжины абсолютно новых артефактов, ранее неизвестных в зоне. Тайник находится в помещении над тремя вентиляторами в лаборатории X8. И я больше чем уверена, что ты найдешь не только информацию. Я с ума с вами сойду. Это же надо было так изгалиться с местом для тайника. We'll be right back.